Большинство коммунальных сетей в Североморске довольно старые. Их хоть и стараются содержать в рабочем состоянии, но у любого оборудования есть срок службы. Улица Комсомольская – один из самых старых районов города. С начала года здесь было более 120 коммунальных аварий. К тому же теплопотери влияют на расход ресурсов и сказываются на счетах. На реконструкцию необходимо около 50 миллионов рублей. Мы понимаем, что потери и состояние сетей, это тоже большая проблема. Поэтому выделяются сейчас, соответственно, принято решение посмотреть объекты, на которые тоже возможно также распространить ремонты, выделить дополнительные денежные средства для того, чтобы снизить потери, чтобы уменьшить количество порывов. Новая котельная в Североморске строится на улице Кортик. Необходимость строительства назрела давно. Запустить ее планируют к новому отопительному сезону, но сделать предстоит еще немало. На Кортике необходима реконструкция головного ствола. Около 2 километров трассы требует вложения 42 миллионов рублей. Очень важно получение дополнительного финансирования. Без помощи областного бюджета трудно будет войти в следующий отопительный сезон, качественно подготовить тепловые сети, потому что необходимо делать реконструкцию. Капитальным ремонтом не обойтись. Вопросы о выделении дополнительных средств еще предстоит решить, ведь в бюджете на этот год они не предусмотрены. Но столь важные для северян вещи, как тепло и вода, должны поступать в дома без перебоев. Инна Морозова, Павел Третьяков, ТВ-21+.